И эти двигатели действительно самые эффективные в мире, да еще и дешевле аналогов. Да, все верно. Тесты в лаборатории это подтверждают. Обалдеть. Я смотрю ваши вебинары, изучаю материалы по теме. Вопрос только, сможете ли вы выйти на рынок? Не парься об этом. Все, что нам нужно, собрать нужную сумму. Занимаешься инвестициями? Да, но в основном всякие пирамиды, ничего серьезного. Сочувствую. Все, что они делают, это берут твои кровные и кладут себе в карман. Да, но где же гарантия, что вы не занимаетесь тем же самым? Во-первых, мы резиденты Алабушева. Нас проверяли все, кому не лень. 8 месяцев трясли. Прокуратура, ОБЭП, ФСБ не выявили никаких нарушений закона. Как ты думаешь, пирамиду пустят в особую экономическую зону? Думаю, это невозможно. У нас действующий продукт, долгие годы в эксплуатации, более 100 патентов по всему миру. Сейчас Китай держит весь мир за яички своими магнитными двигателями и думают, что они такие умные, но это не может больше продолжаться. Это очень дорого. Наша технология проста, как все гениальное. Никаких магнитов. Меньший расход меди и стали. Мы уже соответствуем европейским стандартам энергоэффективности. Удельный расход электроэнергии гораздо ниже. Они скорее обратятся к нам, а Китай можно будет послать нафиг с их монополией. А когда компания выйдет на IPO, мы с тобой начнем получать дивиденды, как совладельцы. Это невероятно. Вы не представляете, в каком я восторге. Еще бы. Вижу, ты созрел. Приходи на конференцию. В субботу свободен? В эту субботу? Да, я найду время. В конгресс-центре Технополис Москва. Я пойду. Ого. Там будут представители команды разработчика. Если есть какие-то сомнения, можешь задать им любые вопросы прямо в лицо. А если приведешь друга, получишь доли в подарок. И он тоже получит. Вот это серьезный подход. Представляешь, они будут демонстрировать электровелосипед Спарта, электромобиль Пикман, электромотоцикл Кафе Рейсер, асинхронные электродвигатели двух видов. Оливочку? Common denominator.